Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Солдатов Антон. Я ветеринарный врач-терапевт, главный врач ветеринарного центра «Командор» и руководитель секции клиническая диагностика на Национальной ветеринарной конференции. В этом году, 6 и 7 ноября, в целых два дня на моей секции мы будем рассматривать заболевания респираторной системы собак и кошек. Приходите, будет интересно. А мы поехали ставить диагноз.